Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя тема нашей лекции – сестринский процесс и кормление больного после операции. Уход за больным – комплекс лечебных, профилактических, гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий, призванных облегчить страдания больного, направленных на скорейшее выздоровление и на предупреждение осложнений заболевания. Эффективность лечения больных во многом зависит от лечебно-охранительного режима. Важнейшим условием обеспечения психического покоя больных является строгое соблюдение медицинским персоналом основных принципов медицинской этики и деонтологии. Уход за больным разделяется на два – общий уход и специальный уход. Общий уход включает в себя мероприятия, в которых нуждается любой больной, независимо от характера заболевания. Специальный уход – мероприятия, которые применяются только по отношению к больным, перенесшим операцию на органы желудочно-кишечного тракта. Послеоперационная палата, палата интенсивной терапии, предназначена для больных, которые поступают непосредственно из операционной после произведенного оперативного вмешательства мужчины и женщины отдельно. Оборудована функциональными кроватями и прикроватными тумбочками. Имеется все необходимое для оказания экстренной помощи. После операции на брюшной полости больного укладывают горизонтально, без подушки, на 2 часа для предупреждения малокровия головного мозга. Положение с приподнятым головным концом кровати, также называется положение Фоглера, используется при дренаже брюшной полости. Положение с приподнятым ножным концом кровати, положение Кларка, также называем, применяется при большой кровопотере, в состоянии травматического или послеоперационного шока. В ближайшие после операции часы очень важно наблюдение за повязкой, наложенной на операционную рану. Повязка может пропитаться кровью или другими отделяемыми, либо сместиться с места. При возникновении эвентрации брюшной полости или выхода внутренности за ее пределы повязка промокает сирозной или сирозно-кровянистой жидкостью. Для предупреждения этого явления в ряде случаев после снятия швов живот поверх повязки дополнительно укрепляют с помощью бинта, полотенца или простыни. Первыми жалобами больного после прихода в сознание чаще всего являются жалобы на боль в ране, сухость во рту или жажду. Для уменьшения боли применяют анальгетики. После операции на брюшной полости можно давать пить только через 2-3 часа, чтобы не вызвать рвоту. Если операция была на желудке, то пить не дают в течение первых 2 суток, а вводят жидкость внутривенно, капельно или струйно до 5 литров растворов электролитов, 5% раствора глюкозы, белковых препаратов или препаратов в крови. Важнейшим компонентом общего ухода за больными является правильная организация диетического питания больных. Оперативное вмешательство, независимо от вида хирургического воздействия и сопровождающей его анестезии, вызывает мощные метаболические сдвиги в организме. Хирургический стресс характеризуется резким усилением процессов катаболизма, выраженными нарушениями метаболизма, особенно белкового и энергетического. Возникают предпосылки развития послеоперационных осложнений, в том числе пострезекционные дистрофии, спаечные болезни, эрозивно-язвенные осложнения, метаболические расстройства, вплоть до развития сепсиса. Диетическое питание в первый период после операции осуществляется по принципам проведения парентерального и энтерального искусственного питания. Лечебное питание после операции на пищеводе. К 4-6 месяцам амбулаторного этапа реабилитации больных переводит на естественное питание. Диета физиологически полноценная, с высоким содержанием белка, с ограничением механических и химических раздражителей слизистой оболочки пищевода, ограничивается потребление поваренной соли. Все блюда, вваренные на пару, протертые. Общее количество свободной
жидкости 1,5 литра. Температура пищи – горячее блюдо менее 50-60 градусов, холодное блюдо – более 15 градусов. Вечернее питание после операции на желудке или на отверстной кишке. Больным, перенесшим оперативное вмешательство на желудке, в течение всей жизни рекомендуется соблюдать дробное питание, то есть 4-5 раз в сутки прием пищи, ограничивать продукты и блюда, наиболее часто вызывающие осложнения. Сладкие напитки, сладкие молочные каши, очень горячие и очень холодные блюда. Принимать пищу не спеша, тщательно пережевывая ее. Необходимо обеспечивать не только элементное восстановление содержания нутриентов в организме, но и максимально восстановить полостное и мембранное пищеварение, всасывание в кишечнике, а также восстановить нормальный микробиоценоз. В диете больных следует максимально и надолго ограничить цельное молоко, потребление молочнокислых продуктов. Это относится к меньшей степени. Замена молочных продуктов может быть с успехом проведена за счет соевых продуктов. Переход к естественному питанию должен проходить этап комбинированного парентерально-энтерального питания. Зондовое введение элементных питательных смесей в пищеварительную систему постепенно возрастающих количествах обеспечит у больных после операции на печени адаптацию желудочно-кишечного тракта к усиливающимся пищевым нагрузкам. Вечернее питание после операции на поджелудочной железе, перенесших операцию, независимо от характера заболевания, должна складываться из двух этапов: искусственное питание, парентеральное, зондовое, смешанное, туда же входит, и естественное питание. На исход оперативного вмешательства положительно влияет длительность искусственного питания больного, адекватный компонентный состав и энергетическая ценность нутрициозного обеспечения. Спасибо за внимание.